Валерий Кустов предсказал точную дату окончания войны на Украине. Экстрасенс и целитель Валерий Кустов не любитель ходить по различным популярным шоу, но для Андрея Малахова сделал исключение. Появившись в студии канала «Россия», один экстрасенс ответил на множество вопросов зрителей. Валерий Валентинович не гадает по руке, не использует колоду Таро, руны, свечи и прочую атрибутику. Он общается напрямую с космосом. Кустов излечил много людей от различных недугов. Всего за несколько сеансов люди словно заново возрождались. Одним из пациентов целителя была и Джуна, хотя она и сама имела экстрасенсорные способности, лечила самого Леонида Брежнева и других высокопоставленных глав государства. Когда я начал с ней работать, сразу сказал, что нужно провести 3 курса по 10 сеансов с промежутками 2-3 месяца, рассказывал Кустов. В начале лечения у нее наблюдалась нервозность. Она была очень слаба физически и с трудом передвигалась по квартире. Но уже к концу первого курса лечения она начала даже бегать по утрам в присутствии 2 мужчин, телохранителя из КГБ, а также личного врача, а возвращаясь с пробежки, даже перешагивала через ступеньку лестницы своего дома. Джуна стала более жизнерадостной, ее лицо омолодилось, даже появилась женственность в движениях. Все это заметили. Итак, вернемся к шоу «Малахов». Среди множества вопросов зрительница из Ростова, Татьяна, поинтересовалась у экстрасенса, когда же все-таки закончится война на Украине. Кустов не любитель предсказывать будущее, но без колебаний ответил – март следующего года. На всякий случай ведущий уточнил год, и целитель ответил – 2024 год. И еще добавил, что Россия выйдет победителем из этого конфликта. Хотелось бы верить, что эта война скоро закончится. А вы как думаете? Стоит ли верить словам экстрасенса? А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.